преддверии самого главного праздника зимы – Нового года, сотрудники Белтелекома решили сделать сюрприз своим преданным абонентам. Нарядившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, они заглянули в гости к бобручанину, который один из первых подключил пакет услуг знаменитого бренда компании. Решили сделать нашим абонентам приятные сюрпризы, приятные подарки, подарить им настроение, оделись в Деда Мороза и Снегурочку, чтобы порадовать своим присутствием. Геннадий Сисюк работает на Белшине старшим контролером охраны службы безопасности. Пакетом услуг «Три в одном» пользуется с 2016-го. Новость о том, что его хотят навестить гости, стала приятной неожиданностью. Позвонили мне, сказали, когда я выходной, когда они могут меня приехать поздравить. Я даже не ожидал, что перед Новым годом такой сюрприз будет. Сотрудники Белтелекома вручили мужчине пакет с подарками от компании и благодарственное письмо со словами признательности за его выбор. Геннадий в долгу не остался и в ответ подарил визитерам сладкие презенты. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.